Заброшенные деревни. Как же много в них тайн. Например, откуда здесь паутина? А также, почему они стали заброшенными? Всем привет, с вами Гепардич, и сегодня я раскрою вам тайну заброшенных деревень. Ну, для начала начнем с теории, то что... Ну, если это заброшка, откуда тут есть окна? Ну, теория такова. Разбойники напали на деревню и уничтожили ее. Правда, окна выбили не все. Булочки, из которых они воровали. Вот почему из них воровали. Разбойники постоянно убивают деревню. И поэтому эти деревни заброшены, но остается все же загадка. Откуда в деревне заброшенные жители? На них напали зомби. Что значит? Но на самом деле, не придавайте этому значения. Тут практически в Майнкрафте, в этом мире можно найти все, что угодно, ребят. Поэтому я так сильно не удивляюсь, если я практически не хожу это все. Поэтому не судите строго. Также этот вариант. Эти деревни могли стать заброшенными, потому что из-за этого они переехали в другие деревни. Ну что? Когда такое была грядка? Но сейчас я попытаюсь вам показать, какая она была. Тоже грядка выглядела примерно так. Я ничего не помню, не придавала этому значения. Вот так вот она выглядела, это я новый сделал так. Но какие же деревни легче всего найти заброшенные? Что ж, вот вам дельный совет. Если вы выживаете в джунглях и хотите найти заброшенную деревню, вы ее найдете с вероятностью 92%, так как в обычном мире с вероятностью 45%. Почему? Сейчас объясню. Аванпосты разбойников всегда спавнятся в джунглях. Поэтому разбойники постоянно уничтожают деревню. Потом уходят. О, кстати, ребят, там храм. Ну так вот, не будем отходить от темы. Вот поэтому лучше все-таки искать заброшенные деревни в джунглях. Кому интересно, что там в храме, давайте посмотрим. И, кстати, я вам еще одну теорию хочу рассказать. Если там это все, конечно же, это будет ограблено. Смотрите, как мы видим, храм немножечко засыпан. Смотрите, вход немножечко засыпан. Мы сможем зайти. Так. Нет. Похоже, его все-таки не открыли. Вы спросите, кто мог ограбить? Ведь тут игрока же нету. Дело в том, что не забываем про разбойников, которые грабят деревню. Что вы тогда скажете на бочке, которую может открыть только игрок? А? То же самое они могут, наверное, и ломать, пока игрок не видит. Это моя теория. Вот поэтому заброшенные деревни чаще всего спавнятся в джунглях. И также вот почему они постоянно некоторые заброшены. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот видос. Всем удачи и всем пока.